Нет, они вдвоем шли по улице, возле вот той 99-й. И в этот момент прилетел снаряд. Все нормально. Забирай, вот, давай, могу, давай, занимайся. Перед, страху. Осколком. Сразу 200-й по прилету. Ёб вашу мать! Сюда подгоняй! Подожди. Потому что только пара месяцев носилки. А скоро я заберу. Носилки у кого? Куда я его наносил? Все окна, вся мебель, все разрушено, и дверь вылетела. В общем. Аккуратно. Скорее всего, голову на бок. На бок, да она разберет. Алексей. Понял. Блять, еще горячий. Михаил.